Алло, всем с вами Атом, добро пожаловать на стрим по Hearthstone 4. У нас сетевая каточка собралась под предводительством Купикода. Такая фан-очка между ютуберами и по одному подписчику для каждого. Сегодня будем творить что-то, потому что играем мы на слабой стороне. У нас Франция. По альянсам, в общем, Франция, Бразилия, США, Португалия, Рейх, Румыния, ВБ, Швед, СССР, Турок, Япония, Китай. Даже договорились то, что Франции пропишем там вот эти промышленные фокусы, хотя бы то, что промышленность в метрополии, то, что развивается. Был вариант на Италии сыграть, но на Италии капнуть легко из-за этой вот побережья огромного. Ну, с другой стороны, мощнее, конечно. Забавно лайкос ставить. Играем из Делидусти. Да. Посмотрите, реклама Купикода, тут хойка. Ну, хочешь, могу запустить. На сайте Купикод ты найдешь самую низкую комиссию на рынке. В разделе «Недоступные в РФ» собраны игры, которые нельзя найти в магазине Steam. Но благодаря Купикоду их можно получить на свой аккаунт. По моему промокоду комиссия на пополнение Steam снижается на 2%. И дается также скидка в 10% на покупку игр гифтом. Купикод — это больше, чем сервис пополнения. Купикод — это игровая система. Пополнение Steam здесь происходит просто, дешево и безопасно. Для этого вам достаточно ввести свой логин, ввести промокод, применить и нажать оплатить. Сервис не будет запрашивать у вас ни паролей, ни других данных от аккаунта, только логин, который нужно пополнить, поэтому ваш аккаунт останется безопасным. Для зарегистрированных пользователей же будет действовать кэшбэк на каждое пополнение и покупку. Также через Купикод можно пополнить и казахстанские аккаунты, ну и также другие регионы Стима. Безусловно, Купикод — крайне выгодный сервис, который вам поможет сэкономить, ну и достаточно просто получить желаемое. Покупая игры или пополняя свой Steam с помощью Купикод по ссылочке в описании. Покажи всем участникам. Вот все участники, короче. Со старта созданы альянсы. Война с игроками с сентября 39 года у нас будет. С ботами с начала 38. Тут альянс по два человека. Ютубер плюс подписчик. Все против всех в 39 году. Там как объявят войну, конечно, потому что нету ивента никакого на то, что все объявлялось сразу. Также призовой 50к победителю. В общем, что у нас запрещено? Микс плавтанков с спецвойсками, укрепы 3 уровень, максимум нельзя будет доктрины, типа несколько брать. ВДВ запрещено, подлодки с радарами тоже запрещены. Подлодкам ставить кулак нельзя. В общем, обузы в любом случае запрещены, да? Бомбежка логистики и удар запрещен. Марионетки только по фокусам, по мирной конфе нельзя. Альянсы с ботами тоже запрещены. Гаранты все сняты, и также их нельзя поставить. Также запрещен рынок и добровольцы. Как думаешь, кто из стран первый на отлет? Слушай, либо Герма, либо я. Типа по-хорошему так должно быть. Типа. Вообще воздух, да, на Франции делать самоубийство, ты ничего не успеешь иначе сделать. Это типа не Рейх, который может все наклепать, если нормально. Советский Союз тот же. Так, надо сразу эту помойку вот эту вот так вот сделать. Потом помойка отстраивает вот это все дело. Давай пока что все сюда. Ну, вроде более-менее готовы. Только начали, а уже проблемы. Че, мы на тройке будем играть, что ли? Ты на 8 часов не сдаю. Пока временно треним дивизии, нам в 38 году на объявлять войну начинать будет ботам. Поэтому до того времени, пока сидим, думаем. Евросоюз, мы не доживем. Итальянц не расформировал итальянский. Да, я знаю. Ну ты и нубик. А я его просто без залбания ставил. Он ни на что не влияет все равно. Понятно, васянство. Васянство. И будем надеяться, что раннюю мобилизацию дадут. Для Франции это очень помощь хорошая. К нам надо сделать чаблон. Так вот. На всякий случай. Так, уважаемые игроки за Францию и Бразилию. Да. Как у вас дела? Чё, какие планы? Рассказывайте. Нам интересно. Пойдет? Не, планы наполеоновские. А там уже готовятся. Планы наполеоновские. Наполеоновские, но без Наполеона. Да. На французе уже клепаются белые флаги. Я выращиваю какао. Так, я вижу, у Франции, если что, вся армия решила оборонять Париж, да? Да, бразильцы что делают? Демобилизоваться. Бразильцы чаёчек пьют в Рио-де-Жанейро. Одна дивизия в Рио. Все так. Все пляжный сезон у нас. К вам больше всего людей хотело, чтобы зашли. Да. То есть больше всего людей из чата к вам хотели, чтобы жестко зашли. За вас прямо вообще топят. Ну, спасибо, мое почтение. Ну мы капнем, да. Ну да ладно. Понимаю, это плохая страна немножко. Победу, верьте в победу. Ауру люди баллы на каналах Твича ставят на вас. Верьте, жесть.
пишут, заливайте, ебаш, минус 3 капли. Ставьте квартиру, ставьте квартиру по наводке, давай. Все верно, давайте, удачи. Принимаю ставки лично. Ну тут так все одновременно, эти зашли, и донат прилетел. Я такой, чего? Апокалипсис в ушах просто происходит какой-то. А еще это тупо для разгона строить, там color шаблон, потом переделается. Ну то ты душить маленьких, ну блин. Я хочу душить. Твой путь идешь стандартный. Я бы с радостью съел Италию, но там гражданка, соответственно, марионетка. Марионетка только ради мяса может использоваться, промо она тебе не даст, потому что ты демократ. Да даже, по-моему, в Фашне тоже там марионетка слабая. Вот, ну мы строим мои смики. Это такая... Франция слабый флот, слабее итальянского. Главное не забывать про агентство, потому что это куча политки для нас в перспективе. Только так, так и живем. Мне вот интересно, что вот эти будут делать. Они только совок, по сути, душить могут, и вот эти территории. Еще Британия деколонизированная, кроме Малайи. Смена курса. 44%? Нихера себе! Куда столько-то? Что за вера-то? Во что вера-то? Наша вера крепка, как эти монахи из Стронхолда второго. Интересно, как СССР будет обороняться, потому что здесь это Душнилово обороняться против Япы. Ну и, соответственно, еще в Европе воевать. Да Бразилия сама справится с гражданкой. Я, если вступаю в войну, то я как бы сам в гражданку укачусь на данном этапе. Зачем японцу дали союзник Китая, они будут очень сильны. Ну, в перспективе, да. Риск свадьбы. Не, этот путь мы условно запретили. Проговаривали это, потому что иначе, ну, Бразилия просто гражданка без нее, без зависимости вообще какой-либо от Бразилии. Франция через нищету, но это стандартная Франция. Только производство белых флагов у нас налажено. Блин, почему мне ранее мобилизация не выпала? Собаки. Потом в конце стрима обсудим возможные варианты в этой катке для развития Франции вообще. Что я рассмотрел разные, что-то как-то не впечатли. Один путь интересный есть у нее. Очень перспективный, но его не успеешь реализовать, возможно. Ну вот что, это не предусмотрено было. Исторический фокус, библейская история. Это потому что Индия независимая. У них там под дивизии, кстати. А чё так много? Так спаунит. Ну вот так вот все. А мы и не думали. А я не думал. По фабрикам у нас, конечно, все жирно. Мы на тостере, я хочу напомнить. Плюс он там аннексии есть у него. Этот сожрет многих, там разовьется у него и так вой. Погоди, он военки строит, что ли? Причем на Италии бот нету еще одного ютубера. Ну, кстати, это ВБ и Швеция в военки строят сразу. Да я уже вижу. Это мы адепты цивилок. Вторжение в Испанию, что ты там делаешь, Вася? Частичку. Гражданку ловишь? Частичку. А как ты еще-то ее собрался ставить? Через аташе кого-нибудь. Аташе не хватит. Пятишки аташе не ловушка. Да, да, чисти. А гражданка вот, это наверняка. А вот гражданка, да, это... Это стопроцентный вариант, ты не понимаешь. Да, да. Так, с тостера слезли. Это уже победа. Сейчас мне сожмут с трех сторон, уверен. Бом, первый. Он пошел. Сказал еще, кстати, у него с Испанией же гражданка. А прикинь, как? У него жизнь, 5 дивизий, ааа. Погоди, а если Юсов вступит, она же там вообще парафлянки пойдет. Если Юсов вступит, ааа. Она парафлянки же пойдет. Там ловушка может быть. Первый на выход, походу, у нас из катки. Товарищ Атом, да, слышишь, ты да. Видишь, какой там, какая там жесть происходит у Дустра? Союзник Дустра просто сливает Лиссабон и Португалию. По всей видимости, минус союзник. Похоже на то, да? ГГ, как будто тебе. Комментаторы, как на футболе просто. Да-да, отлично. Да, я же говорю, я Роман Нагучев, а это Василий Уткин со мной рядом. Они Лиссабон пробивают, он не может удержать. Блестящий гол! Ваше мнение по поводу Лиссабона? Ну, типа, минус... Пускай капитулирует, я за. Что-то не рассчитал силы, да, не рассчитал силы. Я всегда буду за. Герма строит уже военки. Герме 40 с хером военных. Векселя отменил. А зачем? Захотел. А мы пока что кушаем французские булочки. И что, 10 на 10? Да, 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 чистая мужская забива, блин. А все, в одной клетке он сдох. Рафлан поминки какие-то, я не знаю. Или как-то до хера военок около нас у всех. Уж больно. Танки зачем? Не знаю. Воюют же пехотой только, наверное. Там будет куча пехотки, это точно. Еще как вариант была наполеоновская. Там проблема небольшая с фокусами. Количеством. Либо тогда влетать не люкс, не по фокусу. Ну, для данных правил просто не очень подходит. Так бы наполеоновская была бы получше, конечно. Но не намного. Потому что с табой той же меньше, там все меньше. Ну что там, я обманул эту гребанную ракетку. А в чем был прикол? Потому что он порты не покрыл, ну бяра. Мы рискуем, мы входим в азарт. 30-50 военок. Да. Удивительно, как он в одной клетке терпит, если честно. С двумя дивизиями, да. А, у меня ж тут не запущенная операция была.
Вот тут он прикол, что они вот военки настроили, они дальше же фабрики не настроят особо. И перспективы у них такие смутные. Мини-IQ момент такой, ну такой как бы. Это надежда, просто это надежда. 40 фабрик. Жопа какая. У него в мейне 11, если что, его. У шведа? Да. Откуда у ВБ столько фабрик, другой вопрос. Он на 20 закупается. Что-то тут нечисто, да, как будто? Что-то я не понял, откуда у него столько фабрик просто. Ну, короче, там так, я что-то зашел, но они уже убрали. Ну, там, короче, что-то, походу, не знаю. Какая-то шняга, да? Плеер сказал, это не я, это подписчики, блядь. Чего? Они убрали все. Ну, там какой-то обуз, походу, был, не знаю. У него цель войны на чеха, кстати. Ну, я ничего не делал, мама. А может, это... А, это, наверное, из-за того, что гарантов нет. А, мне эмбарго Юса накинуло. Ты чё, тварь? Жесть. Попустили просто. Короче, аркебузы с закупами, да? Плеер вообще умеет без всякой херни играть, не? Нет. Там остальных же учат, еще при том. Тебя просто весь чат топит. 50% людей поставили баллы канала на то, что ты победишь в этой сегодня зарубе. Ты их не подведешь? Они же понимают, что они сольют баллы. Он сам не верит в свою победу, братья. Белые флаги производятся всегда, поэтому примите тоже. Делайте Дустру, вот что бы вы теперь посоветовали Дустру? Что ему теперь делать? Соло капать япу, что? Учит хайпово, учитывая, какой игрок на Японии сидит. Мы посмотрели, как там Япония развивается, мне кажется, трудновато будет. Вы суточку в Нидерланды делаете, хотите себе подобрать к рукам резиночку? Конечно, понял? Конечно. Резиновые изделия должны быть во всем мире. Согласен, особенно в Париже, больше резиновых фалков. Да, да. Ладно, не буду договаривать. Все, имитаторов. Да-да-да, именно это. А, да можно Бельгию начать оправдать? Мне авиация задушит, я уверен. Там сейчас экономически она задушится. А еще тем более швед ему ресы не может отдать. Ну, не отдаст просто. Пусть он уже на конверте сидит. Ой, да, это жестко. Почему я не с тобой валики? Хуяно оправдываешь. Я не думал, что ты вылетишь с альянса у меня. Ну, бяра, потому что. Да. А мы и не думали. Я ну бас. Все правильно. Зачем на меня баллы ставить? Я не могу, мне нужно 80%. Тебе нужно 80% напряженности, башка. Ну да. Ну да. Ну подождать надо немного. Кем не бывает. Оправдание, даже носовок 26 бьет всего лишь, что тебе 8 надо. Ну ты вообще, блин. Ты дерьмократы клятые. И тут ну да. Вы меня пугаете, вообще-то. Товарищ Атом, я вижу, что план захват Нидерландов идет прямо с оглушительным успехом. Я правильно понимаю? Да, нормально. Там уже захвачен. Демократы победят. Зашли за Атом и сразу пишут, тащи Атом, наши баллы. Да, конечно. Первая победа игрока. Ты продолжай, чтобы у тебя одни победы были. Это нереализуемо. Делаем. Верим. Давай, ты еще в Берлине свою победу отпразднуешь, наверное. Может быть. Да. Это не точно. Бой, ты думал, не с Нубасом играешь, что ли, или что? Я уже давно все понял. Ну вот и все, что ты, это, борзый какой-то. Жестко наваливаемся. Я не отменяю это. Если ты с 5К часами Нубас, то я все еще новорожденный. Не надо тут. Смуту вводить. Словакию в альянс могу пригласить, а тебя нет. Эту можем. Это могу. На данных условиях как-то Франция интереснее через демократов, мне показалось. Она еще интересна через коммунизм, там бонусы лютые есть, но их поздно получаешь, по готовности к войне ты вообще фуфлыжный какой-то. Там попробуем плюс-минус то же самое, но что-то по готовности к войне какая-то хрень. Мысли, у меня опять КБшка не... Блять. Ну, по военкам мы уже неплохо себя ощущаем, я хочу сказать. Да что это такое? А где гифка? Сейчас прикинь, в Содружество наций вступают. И этот капает их под себя. Ну, Люксембург я успею капнуть, я думаю. Верю и надеюсь. Вы фармим пехотника, будет балдеж. Не ивенты, бля. Пехотник вообще не фармится, блин. Ой, Аргентина не решила. Заскамили. Пром забрали, надо жестко поднажать. Очень хочу пехотника, но это долго, капец, что-то как выходит. К сожалению, да. Потом сделаем. А, на 40 закупы, ема пушка. Ты что творишь? Сотка фабрик, ты что, ема, 108 фабрик, больше, чем у всех. Овербусты называется. Ну, нормально. Сейчас снимем, не волнуйся. Не надо. Так, мне нужен морпех. Женские нормы. А, ну что, начинается после этого. Ля... Звучит устрашающе, если честно. Ой,
Япония, Вьетнам, Индокитай, Индонезия, твои действия. Ничего не сделать. Флот мой гораздо слабее. По-хорошему, они должны лишить всех резины вообще. У меня вот этот есть подсос. У него должна быть резина. Ты понимаешь, что я нападу на Люксембург? Да что? А этот, наверное, НПЗ сейчас должен начать строить, если будет строить. Не хочешь засунуть шаблон ПВО, чтобы были 15? Мне не хватит ПВО, стоп. Намного ПВО производить. Вот так хорошо-то, на самом деле. Ля, Юси надо было, знаешь, что делать? Влетать в Канаду, как вот только вот появилась она. Это да, это правда. Радичка. 63 военки, набалдёж. Он уже гигант технологический или как? У меня три ячейки, если это гигант технологический, то да. Ну ладно, промышленный. Хотя бы. Ну, промышленный плюс-минус. Что Люксембург? Ну, это имбовая страна, я боюсь, боюсь. Я понимаю, что это имба, но имба даже еще не раскормилась как следует. Мог бы пощадить на первую. Надо было ему Бенилюкс отдать, я признаю. Италия, либо Третий Рейх. Готовимся уже к полноценной масштабной войне. Ну, когда-то да. Скоро будет. Причем мне нравится, что Бразилия сделал дивизию под названием Гол. Это прямо хорошая оценка. Больше бы такого. Главное, не осудительное. Сейчас я одну страну освобожу. Очень хорошее название. Так, не надо. Вот это, я тебя понял, какую ты страну хочешь освободить. Освободить в Африке, я думаю, обойдемся пока что без этой страны. Ты что, оскорбляешь страну, что ли? Ты что, вообще? Нет, все, я, короче, комментатор. Лучше не надо это комментировать. Сбежал. Там можно по двум статьям влететь, если что. Жестко надо настроить еще дивизию, я хочу сказать. Хотя такое расширение фронта, конечно, капец. А пока попробую догоняющий, так скажем. Ксюс вообще печаль. Опа, цели войны у Третьего Рейха против Италии. Понял, принял. Где нефть? В этой, в Америке Южной. Плюс она Кубу оправдывает, но я уже напал. Хочу сказать, что надо больше дивизий, но я не могу, потому что я демократ. Вот это. Хрисю нифига не даст. Вообще ему надо было финны захватывать. Поближе, ну, да, к румынам. Ну это правда, да. Но я надеюсь, что они там будут махаться. Да ёб твою... Невозможно шаблоны делать. Полетели. Чё, он везде покрыл? Побегали, побегали, но это слишком уже было. Да вот эту Шнайдер тему. О, давай, давай, давай. Спидрен. Демократы, конечно, без людей сидят. Тут бы небольшой рафлян произошел. Альянс Купикот разрастается. Нормально, че, нормально. Работаем, работаем. Бэх. Ты кто? А ты Испанию, да нифига ты. Да. Бестяра. Правда, у меня дивизий столько нет. Один из самых первых игроков, который заработал победные очки. 3 очка заработал за захват португальской одной территории. Бежим называется. IQ move, все. Поздравляем, поздравляем, Атом, поздравляем. Да. Первые 3 очка уже в твою копилочку залетело. Поздравляем тебя. Так. Точнее, вас верит, ну, почему-то весь чат, потому что он не за вас болеет в основном. Так что давайте. Ну, это жестко. Эти бомжи южноамериканские к Италии в альянс вступили, не подскажешь? Ну, скушаешь, что? Все равно в войне будем сидеть. Кого? Ну, блин, ну кайф, че. У меня тупо винтовки есть, но нету дивизий. Людей нет. Ну вот швейцарские приколы, вот это самое, то, что я ждал. Дегольские приколы. Буду давать по башке. Триллионам. Дай-ка гарнизонов. Ну что, 90 военок уже? По-моему, балдеж. Слушай, давай сейчас прикол сделаем на Италии. Призывай меня. Призывай! Ё-моё, блядь! А ты возьми и попросись. Какая это итальянская война? Полетели, комрады! На ультранасилии. О-о-о! Призыв! Авиация, танковый блицкриг по-жесткому. Главное успеть. Такой нюанс есть. Давай, Гойда. Китай против Франции. Китай против Let's go. Резину, походу, у нас, да, немножко. Конфискуют. Неужели он капнет? Да Китай придется сдать. Это не наша война. А между прочим, тактика из гайда, если что. Тупо. Так, флот мой, надеюсь. Нет, походу. Не сильно много я забрал. Но это было балдежно. Я даже не успел это... Не восстал, чел. Я и танкистов кочел. Январь 40-го. Полная победа. Но пока что к ЕС мы, кстати, очень близки. Не осталось герму, я ЕС сделаю. С кем я в войне? А, Китай же. Уже многоуважаемый. Но в данной катке... Гоминдановский Китай, хочу заметить. О, да, это очень нехорошие люди. Он тебе герма напал или? Я сам оправдываю. А чё ты хотел? Собираем мстителей своих. Прикольно, итальянский флот в Африку выплыл. УВБ цель войны на Юсу. А, реально могу отдать. Ну а. Так отдавай, что ждешь? Все хорошее. Мне пояснили. Мне нефть отобрал, собака. У меня же стали нет. Мне тоже, да. В Испании там просто жрут моих людей.
Вкуснявка. Тебе вот стали много, а? Тебя стали много. Так у меня, так не у меня в итоге. Самолеты скоро пойдут. Так, куда мне встать? Нация дивизии, давай. Сюда. Могу тебе порты просто закрыть, если хочешь. Давай. Это самое полезное будет. Ну что, мы готовы, ёптить? Вы не готовы. Что? Ладно, мы готовы, мы готовы. Так, на нападаю на ВБ, ты готов? На ВБ? Да. Ну ко мне высадится сейчас, погоди. Не-не-не. Исключено. Исключительно. Ну что, делаем Гойду? Пизда, там мин. Просто одни мины. Где? В Ла-Манше. Весь фронт танков, поехал, блин. Жим-жим-жим-жим-жим. Гойда, блин. Полетели, пацаны. Эти без топлива, наверное, уже. Угу. Мне нужно восстановить снабжение. Я слишком улетел. Зато потом ЕС сделать смогу. Гол! Гол! Не, пехоты бы, конечно, поболее сюда. Ну там чисто ради уважения можно было там, ну типа, ну не так жестко просто всех дрючить. Это, если что, сделано все по гайду. По гайду Атома, да? Да. Смотрим гайды у Атома. Если хотите также проносить игроков в МП, смотрите гайды у Атома. Спрашивают в чате, когда будет Берлин за 3 дня? Французских булочек мало слишком. Красава, красава, Атом. Ну слушай, на самом деле многие не верили, что ты так сходу сможешь пробить линию обороны немцев, но смотри, как получилось. Просто с нулевой у немцев уже 250 тысяч потерь от тебя, когда ты потерял 30 тысяч потерь от немца. Просто разрыв шаблона происходит. Ганновер, глянь, через речку пробился. Кремен уже взят. Молодцы. Как в Альянсе, может быть, не минус 100. Ну вот так вот, собаки на парадоксах. Куда вы все уходите от меня? Нельзя уходить. Немецкие подвидки. Давай, Гойду. Погнали, блин. Летим, пацаны. Трафа за атаки. Есть самолет изученный? Да, можешь брать лицух. Без резинового модуля. Резину изделия из Франции тащат пока. Я сбиваю. А у вас с ВБ демилитаризованная зона в Африке, да? Я поеду покрашу, пожалуй, все-таки. Давай. А там совок еще воюет с Гермом. Ебать, так там Герму просто... А, да? Берлин наш, бля. Наши, бля. Французы говорят, уебу. Нормально, да? Жесть. Так, ну порты там взяли, поэтому нормально живем. Не знаю, это бестолково так вот кататься, если честно. Как они делают. Реально задали жару. Вы думаете, меня это сломит? Меня это сломит. В каком-то виде. Я до сих пор не взял его. И этого я не взял. 300 тысяч. Куда ты поехал? Советы бегают. Чел, не думай, что так легко отлить-то так вот моторками. Моторки не работают в мультиплеере нормально. Там я тупо не успевал до этого. Где меня там топит еще? Ну, два танка померло. Потому что я уехал далеко и в портах остался. Ну, я нуб, да. Так это ж Гойда в Швецию. Аккуратней, главное. У меня цена 30 заводов строится, но резином нет. Элдюш. Баба. Ты не знаешь, что сейчас будет с совком? Там вроде совка я пожрет. Ес, надо делать, ес, пацаны. Ес, мультиплеер, это что за лютая тема? И у Франции слабая. Ну, тут Герман не готова была, мягко скажем. Пехота. Ты не зерк отжал. Да, ес. Сейчас будет миллион мэнпауэра. Го-го. Летс го. Можно, я пошел можно жрать. Заключить перемирие? Знаешь, понимаю, что будет жестко? Жестко это Евросоюз. А вот теперь, а вот теперь... А вот теперь Гойда. А вот теперь можно прокать Гойду. Очень много людей просят теперь твои шаблоны, Атом, поэтому я их показываю. Жесть. Шаблон танков Атома. 240 военок, ну все как бы. Победка, да? Победка. Шаблоны платные. Шаблоны можете посмотреть по закрытому телеграм-канале. Тяжелые танки на Советском Союзе, а я не думал. А вот надо думать. Я удивлен, что эти не воюют, товарищи. Я сейчас, наверное, вьюсу. А мне флот перегородил. Мне нужно резиновые изделия. Обосраться, что ли? Да. Ну, 130 дивизий в проекте, нормально, да? Нормально, слабенький, ну не... Так, нормально. У меня один самолет в день строится. Ну, давай я все на танки тогда кидаю. Ну, 117. Нам, я пошел у этого топить, британ. Ну, утопит слоняра. А, у него ноль топлива. У-у-у. А ну, а Годин Д просто ебанем. Или мы не пере... Не, как будто перемашнем. У меня 200 кораблей. Ну, у меня еще там будет копейки. Я еще пригоню к тебе, короче, 72 дивизии новые устроим. Аутосъем. Тот, который мне перекрывал пролив на дне. Пошел ботов красить. В топлане его крашу. А Турция что, шутка для тебя?
Там ничего нет. Я могу до Стамбула сейчас прогуляться просто. Я ботиков крашу всю игру. Ты молодец. Я чисто на слабоне, на чиле. Дайте топливо, пожалуйста. Я чисто в сингл играю. Я на подстраховке. Заводов 800 вдвоем, ну, домиков 800, ну, да, вдвоих. Ближе всего, наверное, ну, там у остальных по 350. У нас каждый из нас, типа, больше, чем другой Алик. Получилось так. Просто в каждой клетке танк стоит. Лёхи, раковышки огромные. Ещё какие-то квадраты на броне. Профессионализм сразу. Ну, да. Игрок мультиплеера, сами понимаете. Я не успеваю. О, полотосик. Качественная жизнь начинается. Слушай, у меня почти хватает резины. Правда, я почти не строю авиации. Ну, 40 заводов. Стамбул наш. Японец до Москвы дошел. Я в ахере просто. Как? Что ты нарисовал? А что, у меня вклады достаточно, хотите сказать? 42%. Россия успел навоевать. ЕС будет расширяться на восток. Я не знаю, как он мог пройти, я не понимаю. Он прошел до Москвы пешком. Сейчас будем отжимать ярки у них. Пацаны, не забываем ставить лайки обязательно. Жесть, что за гойда? Советский Союз, Армения. Сталин вернулся, братья. Да, давайте четвертую. До этого на второй до войны, сейчас четвертую. Подумаю, а что ты хотел? Фронты с полмира. Давайте четвертую, братья. Ты готов дропать мятежи в армии? Пацаны, надо ходить. Пешком полезно. Мне кажется, надо челов вытопить между словами, да. Рим восстанавливаю. Не надо убегать. Отставить убегать. ОБС завис. Ну что, готов высадить? Куда, ВБ? Да. Я приехал на фронт к тебе. А, там гойда, пошли. Пустая? Да. Let's go! Расходство можешь помочь сделать? Да опять у меня влияние недостаточно торгового. Почему в альянсе даже? Я с тобой отношения улучшаю, не хватает. Не поднять или... А там еще мины, в этом проблема есть. Что за котлево? А, там же у них полноценный фронт, что-то это... А за хрена они там воюют, я не другой вопрос. Они думали, что это легкая цель, типа, или что? А, да. Мы же их утопили уже и так. Так, чуть-чуть превосходство надо. 4%. Ну ща, у меня линейка догребает. Летим! Пацаны гойда! Ой, что-то реально пустой мейн ВБ. Да. Он настолько был уверен, что... Да, походу. Это да. Типа ЕСовский флот сильнее получается. Происходит трэш. Знаменитый незакрытый мейн, как будто что-то да. Ну тут болгары немножко... Ой, эти... Блядь, почему я с болгарами путаю шведы? А, у меня еще и фабрики забастовки, блядь. А, я там легенц, бам. Пропало. Поздравляю с победой, скорее всего, 100%. 2-0. Я думаю, да. Тут уже все под твоим контролем. Ты, в принципе, столько очков контролируешь, что, в принципе, тебя уже никто не перебьет. Получилось так. Как говорится. Честно, я думал, мы первые как. Всем сказать, наверное. Тут от Герма зависит. И вы бы могло одновременно с Гермой меня капнуть просто. Если бы они вдвоем бы пошли, я бы мог не выдержать спокойно. Блицкринж по-французски. Еще демократично. Я в итоге Юсу по военкам перестроил. Хера ты, вот этот охереть там, промо. 41-й год, дядя. 4 ляма, армия нормально. У меня там еще 40 тысяч винтов, автоматов на складах. 7 тысяч танков на складах. Ребят, мой вам немецкий совет, не воюйте с атомом никогда. Советский Союз 3-2-2, типа... Тут все просто, у нас была простая тактика, и мы ее придерживали. Тактика не строить морбобры на ВП, вот такая тактика. Еще спрашивают, атом, почему так легко отдали Францию, ой, отдали Африку? А зачем воевать в Африке? Когда еще дивизии нету, добавок. А ради чего Африка нужна? Ради очков. Очков ноль. Вы мне объясните, как японцы дошли до Москвы пешком? Да, я тоже не понял. А что там, на святом духе самураи идут пешком всегда. Какая проблема была и у Ермака, почему он так завафлил в фронт с Францией? Ну там в танки пиздаунца, там 500 противопехотки. Если честно, не придерживался никакого плана, я такой думаю, ну все захватывают, надо тоже, чтобы показать, типа, Америка сильна. Поддержки ноль. Сначала были в планы выйти в Канаду, но там я подумал, ай, против Альянского-то воевать не хочу. Так, почему Атом закосплеил Наполеон? Без Наполеона. Совку только не закосплеил. Да-да-да. Александр III дошел до Парижа. Я дошел до Москвы, как видишь, сейчас японец погонит. Наполеон тоже дошел до Москвы, Ленинград. Слушай, шаблон такие имбовы. Да ничего имбового нет. Вот у меня танки какие были. 32-я ширина фронта. ПВО не мобильное, потому что пехота, считай, морпехи. Огнетанки,
тупо для бонусов. Танки у нас сейчас на второй пушке. Изначально мы делали на гаубице. Изначально у Франции из-за тяжа вот этого есть гаубица. Единственная страна в игре, у которой есть со старта гаубица. Между прочим, это технология, которая получается здесь. Это 38-й год хотя бы. Ну, где-то начало 38-го. Там можно вкачать еще пару. Мы, считай, со старта начали гнать танк с этим. Да, он был межвоенный. Вот он. Тупо вот такой вот дешман. Просто есть атака, надежность пойдет. Типа, для межвоенного вообще нормальная надежность даже. Вот, и потихоньку я просто изучил второй базовый, ну, базовый, и уже на нем гнал все заводы. В Дгайде было 16 танков, также к войне получилось. Ну, может, побольше складов в итоге. По сути, вот этого шаблона пехоты хватает, когда ты пушишь танками. Я, конечно, мог бы бронеразведку сделать, но я не стал, потому что у меня изначально гаубицы были, танков легких произвести тяжеловато, но можно. И не сильно, но лучше было бы. Вот в данном случае, конечно, уже можно было бы пихнуть, там нормальный шаблон сделать. Эсминцы мы строили тупо ради интереса, вот такие построил. Я не рассчитывал ни на что во флоте. Ну, он, конечно, потрепанный был. Этот, там потери, по-моему, у нас выше были, нет? Конечно, в Европе самим приходилось воевать. Ну, на него рассчитывать было невозможно, потому что у него тут, во-первых, куча завоеваний, куча портов, которые высадиться могут. То, что он приехал в Европу, покрыл вообще отлично, спасибо. А вот бой. А, насчет веток. Почему я пошел в демократию? У Наполеона можно раньше снять дебаф на разделенку. Там на полгода где-то разница. Но дальше там есть фокус, короче, на аннексию вот этих вот челов всех. Это было бы удобно очень. Можно было бы его взять как раз где-то в мае 38-го. Мы бы их всех разом захватывали. Могли бы оправдывать на кого-нибудь другого. Пошел я сюда, во-первых, потому что стабы больше. Стабы — это производство, и в итоге, как вы видите, у нас 58. На Наполеоне у нас бы было меньше. Плюс там политки побольше, плюс здесь бонус. У Наполеона 0 бонусов вообще. Там единственное полезное — это людей можно получить много. Вот, в первую очередь стабы. Есть вот этот еще советник. Как бы основная проблема — это реформы армии поздние. Почему не коммунизм? Коммунизм тут хорош. Там есть бонусы на атаку, на защиту на нацтерриторию. На атаку прям плюс 10. Защиту 25 на нацкорках. Офигенные бонусы, но получается они достаточно поздно. И промо там меньше с производством. Почему? Потому что здесь есть вот эта вот лютая тема. Третий пром спокойно качается танками. И вот это имба. То есть вот это. Плюсом еще швейцар у нас берет вот эту тему. И она там. О, еще плюс 10. 20% тупо станков. До хера. Зачем от этого отказываться? Это колоссальное преимущество. Это разгон быстрее. Это производство гораздо больше. 20% это нихера себе. Я не думал, что так получится вообще, если честно. Какие итоги Гойда? Ладно, спасибо всем за просмотр большое. Спасибо за лайкоса. Победа получается. Всем удачи и пока.